Сотрудники Ягодинского следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве. По версии следствия, вечером 22 июля этого года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Находились они в тот момент в 270 километрах от поселка Семчан, вблизи устья реки Сугой и Колымы. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему не менее 2 ударов по голове и в шею, а затем задушил его. После этого, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемый вывез тело 55-летнего погибшего на моторной лодке и утопил в реке Колыма. К данному моменту мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех обстоятельств преступления.